Всем здравствуйте! Сегодня у нас видео обзор готового изделия. Совсем недавно мы с вами строили это платье без выкройки, сразу на ткани. Это была как бы выкройка основа, и сейчас я вот представляю вам уже готовое изделие. Я внесла кое-какие корректировки, в частности себе сделала, дополнила вот здесь вот еще по одной манюсенькой выточке. То есть вот у меня одна талия идет, я ее еще дополнила еще одну, и тем самым сделала себе такое более облегающее. Вот в области груди я сделала облегающее, в области талии, а в области бедер оно у меня такое уже, можно сказать, свободно облегающее, не широкое и не в обтяжечку. Рукава я сделала тоже не широкими, потому что если платье такое, рукава широкие будут тоже некрасиво. Я сделала вот такие вот хлястики, нашила пуговички с цветочками, так как цветочный принт. Делали застежку пола мы в этом платье. По застежке пола я собиралась делать еще воротник, стоечка и обычный воротничок, ну как рубашечного типа. Ну потом подумала, еще воротники впереди, пока еще можно вот так вот немножко как бы и закрыто, и приоткрыто. Поэтому здесь у меня идет обтачка. Что еще хочу сказать по этому платью? Спасибо всем за комментарии, писали вы комментарии, просили, что я забываю говорить очень часто, в большинстве случаев, это расход ткани и какая ткань. Значит, в моем случае эта ткань коттон, из интернет-магазина Измира, ссылочки мы оставляли всегда в описании у нас под видео. Расход ткани был у меня кусочек такой 1,30 м, и немножко у меня осталось, потому что у меня ушла одна длина платье, подгиб, естественно, плюс длина рукава. Поэтому где-то 1,30 м у меня вот расход ткани был, где-то такой. Писали также еще по поводу того, что все-таки здесь принт цветочный, и как видите, цветок, ну, довольно-таки крупный, еще раз так повернусь. И писали в комментариях, как же пишут, что крупный принт, он делает больше человека, получается, что верить нельзя. Спрашивали такую ткань. Иногда бывает такое, что мы оставляем ссылочку в описании, а ткань уже закончилась, потому что ткань у нас иногда лежит, вот это лежало у меня с весны, допустим, поэтому, возможно, сейчас ее уже и нет. Я тоже посмотрела, не нашла. Так бывает. Но, тем не менее, вы можете подобрать себе и другую какую-то ткань. Также мы оставим ссылочки в описании, как мы строили это платье, как мы обрабатывали горловину пола, тоже сделаем ссылочки. И пишите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы мы шили. Период лета как-то так вот у нас похолодало. Было очень жарко, резко похолодало. Поэтому мы шили совсем недавно свитшот, начали шить жилетку. Что вас больше интересует? Может, косуха? Ну, просто как бы я хочу определить, в чем потребность. Иногда пишут, читайте наши мысли. Пытаемся, потому что тоже нам же холодно становится или прохладно. Может, парку пошить, может, свитшот был еще один, можно сделать его более таким интересным, не просто футболочного типа. И мы там делали моделирование рукав, реглан, теперь можем сделать такое, чтобы было без выкройки, а мог каждый построить его. Возможно, жакет. Вот, кстати, о жакете. Нужна ли выкройка основа жакета и двухшовного рукава, тоже напишите, чтобы я могла планировать. Это видео нужно или не нужно, делать или не делать. На этом все. Желаю всем удачи. Пусть у вас всегда все получается. Всем пока.